С самого утра многодетная мама Анастасия Сухарникова хлопочет по дому. Стирка, уборка, готовка плюс огород. Но она не сетует. Ее шестеро детей во всем помогают. Самому младшему ребенку всего 3 года, а старшей дочери 16 лет. Сейчас ее 4 детей вместе с папой в отъезде, но даже эти 2 малышей во всем стараются помочь маме. Впрочем, как и супруг Павел, он для Анастасии самая большая опора и поддержка во всех делах. Многодетная мама рассказывает, их знакомство похоже на сцену из фильма. Находясь в метро, у нее застрял каблук в решетке, и девушка никак не могла его вытащить. Павел помог, так и завязались их отношения. С этого момента мы начали встречаться. Через 3 месяца он мне сделал предложение, но довольно все как-то очень быстро. Я, честно говоря, мне кажется, мой муж, чтобы я опомниться не успела, не успела как-то там вообще. Все как-то очень быстро пролетело. Я даже вот говорю, так раз, я сказала да, мы начали готовиться к свадьбе. Тут же было решено, что мы венчаемся, да, вот. Хотя я, собственно, об этом... У меня муж воцерковленный был, а я, в общем, особо нет. Ну, то есть, там, могла куличи зайти осветить, а так вот в храм не ходила, то есть, и ничего о венчании не знала. Вот. То есть, мне кажется, он такую тепленькую, горяченькую взял, пока я была в какой-то стадии влюбленности. Сухарниковы – большие путешественники. Своей дружной многодетной семьей объездили полмира. В их доме на Атласе отмечены те места, где они уже побывали. Правда, вместо точек на карте – сувенирные тарелочки. Места для тарелочек еще есть. Так что планы наши дальнейшие связаны с путешествием. Мы очень это дело любим. Очень много красивых мест побывали и, надеюсь, еще побывать. Уже мы такие разбалуемся, нам уже хочется не простые тарелочки, а какую-нибудь именно, чтобы она была расписная. Есть у женщины и любимое занятие. 3 года на правах волонтера Анастасия Сухарникова пишет иконы для церквей и храмов. Сейчас завершает работу над образом Харлампия Магнезийского для Ступинского храма. У нас открылась студия в Притроицком храме в Сходне, и я решила, думаю, пойду узнаю. Хотя я до этого никогда ничего вообще кисточку в руках не держала. Вообще с нуля абсолютно. Но мне просто было интересно. И вот, в общем, я пришла, и наша преподавательница за 3 года к чему-то она меня научила. Все дети в этой семье творческие и спортивные. Без дела никто не сидит, причем у каждого свое увлечение. За воспитание, любовь к детям и преданность семейным ценностям Анастасию Сухарникову отметили знаком «Материнская слава». Награду вручал лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. То есть получается, что этот вот материнский труд заметен не только нам, а на самом высоком уровне. И это очень приятно. То есть, как сказать, это дает такой стимул, да, для дальнейшего какого-то развития. И ты понимаешь, что ты делаешь нужное дело. Не только вот для себя, а в рамках даже там страны, общества, там, других семей. То есть это важный момент. Вместе супруги Сухарниковы вот уже 16 лет. Рассказывают, их секрет семейных отношений прост. Он кроется в уважении и взаимопонимании. Олег Тюрин, Совет Каченко, новости Химки ТВ.